Дина, получилась интересная игра, однако не сумели все-таки победить, пропустили гол прямо-таки на последних секундах. Почему так вышло? Ну, я думаю, я считаю, что концентрации не было. Мы ввели два гола, был счет 3-1, пропустили на последних минутах, очень обидно было. Будем разбирать. Можно сказать, что рано поверили в победу? Да, думаю, рано поверили в победу. Концентрация, не было концентрации. Смотрели, там было 3-1, осталось 10 минут, нужно было играть до конца. Доволен ты своей игрой на сборах и вообще, как ты считаешь, сам прибавил в игре и в физическом плане, ну и в тактическом каком-то, в понимании тактических моментов? Ну, считаю, что прибавил чуток, но нужно еще поработать, есть над чем поработать. Отдал сегодня голевую передачу, как получилось? Очень рад, что отдал голевую и помог команде. Мы проигрывали 1-0. Дал голевую, был 1-1, уже было уже намного легче. Обычно в таких моментах, как были, у тебя трудно принимать решения, потому что и прессинг был, и у тебя в таких моментах много мыслей в голове, либо ты хладнокровен? Много мыслей, но с другой стороны чувствуется чуток усталость. Поэтому и есть, тяжелее. Я считаю, что намного тяжелее, когда есть чуток усталость.